В Октябрьском районе вообще самая ужасная ситуация. Ну, надо же что-то делать. Почему он не изыскивает эти места? Пригородные районы. Да, пригородные районы. Там тоже должны строиться. Лето 2018-го. Очередь в детские сады около 13 тысяч человек. Митинг в парке Юбилейном. Родители с плакатами в руках и детьми под мышкой. Добиться заветной путевки люди не могли годами. Моей дочери 14 июня исполнилось 3 года, майское распределение, нам не было 3, поэтому нам путевку не дали. Тем более мы стоим в Октябрьском районе, проблемном районе, где очень много детей стоят в очереди. На центральную площадь мамы пришли с колясками и надеждой, что их услышат. И их услышали. Ваши бурные аплодисменты! Весна 2022. Только за 1 апрель в столице открыли 3 детсада. Решение многолетней проблемы – национальный проект «Демография». За последние 5 лет построены 26 детских садов в городе Улан-Удэ и районах Бурятии. Их ежедневно посещают почти 6,5 тысяч детей. Общее финансирование строительства этих объектов составило 6 миллиардов 899 миллионов рублей. Все тот же Октябрьский район, самый густонаселенный. Здесь теперь новое просторное здание для малышни. Для сада «Калинка» построили целый корпус. Просторные игровые и не пустующие коридоры. Здесь решили задействовать каждый уголок. На стенах бизиборды. Это ларек такой, да? Дети могут приходить, покупать мороженое, одновременно они изучают цвет, можно изучить, да? То есть также это математика получается. В спортзале целый автогородок. Учить безопасности будут даже самых маленьких участников дорожного движения. Детский сад рассчитан почти на 300 малышей. Это 14 групп по 20 воспитанников каждой. На старт! Внимание! И все вместе марш! Город расширяется, отдаленные микрорайоны заселяются. Теперь и у их жителей есть сады у дома. Это Забайкальский. Новое здание, все красиво сделано, по современным стандартам. Детская площадка, безопасность на высшем уровне. Все-таки это тоже сразу дорого стоит. В этом здании готовы принять 280 малышей. Проект типовой на 14 групп. Рассчитаны они на детей от 1,5 до 7 лет. В музыкальном зале уже успели обновить сцену. Занимаются с детьми в елочке по 3 лингвальной системе. Изучают русский, бурятский, английский языки. В ближайшие 2 года своей очереди дождутся еще 150 ребятишек Кяхтинского района. Благодаря субсидиям удалось выровнять размер родительской платы в частных детских садах. Около 5000 малышей посещают такие дошкольные учреждения. На сегодня их 115. Жители поселка пришли в здание школы, чтобы рассказать не так давно избранному главе о своих проблемах. Мало того, что тут холодно, учиться детям Иволгинского района приходится в 3 смены. Первый звонок действительно первый. Не только для вчерашних дошколят, но и для выпускников. В новом здании они еще не были. Школа в ХТБЕ – одна из 5 построенных в республике в 2022-м. Кто-то раньше учился в Нижней Иволге, а кто-то каждое утро ездил в город и обратно. Мы в 37-й школе учились, и сейчас мы очень рады, конечно, что у нас теперь своя школа в нашем районе, новая, комфортная. Теперь в этих стенах учатся 760 детей. Новое здание в ХТБЕ решило проблему 3-й смены и в соседних учреждениях. Тот же путь власти выбрали и для других пригородных сел, ведь в них население растет быстрее всего. Больше 1000 детей пошли в 2022-м в новую школу в поселье. Построили ее всего за год, потратили 400 миллионов. В принципе, со всех школ города Улан-Удэ понемножку вернулись дети обратно. Близлежащие села Гурульба, Сужи, Нижняя Волга, еще какие вот городские школы, 8-я, 54-я. Вот. Везде учили детишки, а раньше здесь была начальная школа. На лет 20 часов где-то вот двухквартирный домик, там 3-4 кабинета, где-то вот человек 140 учились. Большой актовый и спортивные залы, футбольная и баскетбольная площадки, прорезиненная беговая дорожка и современный пищеблок. Мы тут бегаем, прыгаем. Конечно, учителя ругают,
как в той старой школе мы не сидели вот так прижатые друг к дружку. Здесь мы можем почувствовать себя просторнее. Новая школа открылась и в Нижнем Саентуе. Строительство началось в 2019 году. Наша школа рассчитана на 450 мест. В школе обучается на сегодняшний день 1050 детей. Мы учимся в две смены. Построены эти школы на федеральные деньги в рамках нацпроекта «Образование». За последние 5 лет создано более 7000 новых мест. 18 школ построено в Закаменском, Кабанском, Селенгинском, Тункинском, Иволгинском, Тарбагатайском, Заиграевском районах и городе Улан-Удэ. На эти цели выделено 7 миллиардов 683 миллиона рублей. Еще почти 5000 мест в 17 школах республики создаются прямо сейчас. Самая большая на Дальнем Востоке. Это звание гордо носит школа на автотранспортной. Строили ее 2 года. В одну смену тут могут учиться 1300 детей, а в две – больше 2500. Двое сыновей учатся сейчас здесь, у нас в 8-й школе, и у нас переполняют все эмоции, не только у нашей семьи. Хочется сказать от лица родителей, вот это огромное количество детей – и их огромное количество родителей, бабушек, дедушек, тетушек сейчас неимоверно счастливы. В огромном спортзале теперь могут за один урок заниматься 3 класса. Вполне можно устраивать городские соревнования. Первый раз я увидела в интернете видео. Я подумала, что я уже, скорее всего, школу закончу и не увижу эту школу. Но это правда. Вообще другая. Это небо и земля по сравнению со старой школой, новой. Я такие еще не видела. Это очень классно. Все эти решения помогли сократить количество школ, в которых учатся дети в 3 смены, больше, чем в 2 раза. В период с 2017 по 2021 годы в нашей республике в общей сложности было 21 учреждение с 3-й смены. Теперь их осталось только 7. Именно столько школ в нашей республике нуждаются в капитальном ремонте. Еще 2 года, и 136 из них приведут в порядок. Программа по реконструкции ветхих образовательных учреждений стартовала в 2022. Ремонт в 50-й школе начался в апреле этого года. Деревянный пол заменили на бетонный, в санузлах уложили новую плитку. Чтобы привести в порядок здание на Новой Комушке, выделили больше 100 миллионов. Здание 1965 года постройки. Практически 50 лет не было ремонта. Конечно, были предписания Роспотребнадзора, Госпошнадзора. Сейчас это все комплексы делают. Отремонтируют пищеблок, столовую, актовые и спортивные залы, библиотеку, все кабинеты. Здесь же есть отделение для детского сада, куда ходят 4 группы дошкольников. Говорят, сдадут к 1 сентября. А 5-ю школу в Сосновом Бору уже отремонтировали. Здание 80-го года постройки. Старые окна и системы отопления, отсутствие вентиляции, расшатанные полы и протекающая крыша. Чтобы все это устранить, потребовалось более 53 миллионов рублей. Еще 11 потратили на систему безопасности. Теперь не только льготников. С 2020 года всех учеников младших классов пообещали кормить бесплатно. Причем это не бутерброд или беляш. В новой столовой гимназии номер 14 слышен бойкий стук ложек. Сегодня на обед суп гороховый, гречка и гуляш из индейки. Индейка – диетическое мясо. А, говорят, да. Что индейку дети едят плохо, им бы все KFC, пиццу или ну, хорошо съедят. Ну, когда как. Если ребенок приучен, допустим, дома это кушать, то, соответственно, он и кушает хорошо. Даже все тарелки чистые. Чтобы родители лично убедились, что в тарелках детей только полезные и вкусные блюда, для них проводят дегустации. Я потому что многодетная мама, наверное, у меня очень трепетно за своих детей, как и любому родителю. Поэтому я постоянно прихожу в 14 гимназию, спрашиваю детей своих, чем кормили, как кормили, что им понравилось сегодня, что не понравилось. Интересуемся, разговариваем с детьми. Сегодня у нас суп гороховый. Как вам? Очень вкусно. Внимательно следят за тем, что на тарелках у детей в комбинате школьного питания. Там целый отдел контроля качества. Качество продуктов осуществляется от самого начала, от закупа. В пищеблоке школьных столовых поставляется только при наличии сертификатов качества и удостоверения, и ветеринарных удостоверений. Специалистами комбината проверки проводятся ежедневно, согласно графику.
Такое столпотворение в столовой 35-й школы было каждое утро. Помимо того, чем кормить, нужно было еще решить и где. Ведь не во всех школах были пищеблоки. Этот был рассчитан на 90 человек. Накормить надо было около 2000. Нужно на одну лавочку уместиться. И вы представить себе не можете, какая это была мучительная вещь. Благодаря средствам единой дальневосточной субсидии теперь дети обедают в новом двухэтажном пищеблоке. Единовременно накормить здесь можно 180 школьников. Столовую мы ждали уже давно. И очень хотелось именно вот такой вот красоты, вот такого нарядного помещения, чтобы детки наши здесь вкусно кушали и после этого очень хорошо учились. Есть даже пароконвектомат. А чтобы еда не успела остыть, по дороге установили лифт для транспортировки блюд в обеденный зал второго этажа. Директор школы говорит, без участия правительства республики таких перемен могло и не быть. Происходят большие перемены, и только слепой их не заметит, только слепой их не увидит. Тот, кто хочет жить хорошо, тот, кто верит в будущее, он будет благодарным. Поэтому огромное спасибо человеческое и низкий вам поклон. Благодаря инициативе президента Российской Федерации свыше 63 тысяч учащихся с 1 по 4 классы обеспечены бесплатным горячим питанием. Правое надел, упражнение ночи. На, и раз, два, три, четыре, раз, два, три. Зима теперь не повод проводить занятия в спортзале. С прошлого года ученики 46-й школы выходят на свежий воздух. Старый стадион не ремонтировали с момента постройки, а это 60-е. Учитель физкультуры говорит, что сам укладывал прежнее покрытие. Что было? Грунтовка была здесь просто раньше и все. Все делал я своими руками, грунтовку эту. Все снаряды, все устанавливались. Чтобы превратить старый стадион в современный спортивный комплекс, понадобилось 5 месяцев. По проекту была заложена сумма в 14 миллионов. Результат – 3 беговых дорожки, прыжковая зона, футбольное поле и не только. Такой же набор получила и школа номер 18. Здесь могут играть в футбол не только школьники, но и профессионалы. Вы знаете, у нас уже очень много заявок, чтобы и тренироваться здесь. Ну и, конечно же, будут соревнования проводиться однозначно. Последние 5 лет стали переворотом в спортивной жизни столицы. Ключевое решение – создать для детей и взрослых все условия для активного образа жизни. Ученики 5 школ занимаются физкультурой на новых стадионах. Капитально отремонтированы физкультурные объекты в 2 школах Улан-Удэ и спортзалы 55 сельских школ на сумму свыше 152 миллионов рублей. Будете заниматься, будете будущими олимпийскими чемпионами? Да! Обещаете? Да! Вот оно, главное событие 2021-го для всего Кабанского района. Весной здесь распахнул свои двери универсальный спортивный комплекс. Стоимость почти 150 миллионов. Реализован в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Спорткомплексы появились также в Джидинском районе, Горячинской школе, Лесопромышленном колледже, Авиационном техникуме, Аграрном колледже, Агропромышленном техникуме, Педагогическом колледже, Колледже недропользования, Индустриальном техникуме, Национальном лицее-интернате номер 1. В Хоринском районе открыли профессиональный боксерский зал. В 2018-м жители попросили о строительстве главу Бурятии. Всегда мечтал выступать на профессиональном ринге, достигать больших побед, но с помощью своих усилий. И вот с помощью вот этого большого зала, думаю, у меня все получится. Возможно, совсем скоро мы забудем о том, что такое мел и тряпка. Еще каких-то 5 лет назад электронная доска была редкостью. Сейчас она есть почти в каждой школе республики. В обучении учителям и детям помогают гаджеты. За последние 5 лет закуплено и установлено в 177 образовательных организациях современное оборудование, в том числе Wi-Fi роутеры. К концу 2021 года все городские школы обеспечены интернетом в 100 мегабит в секунду, а сельские в 50 мегабит в секунду. Появились новые, очень хорошо технологически оборудованные кабинеты. Как вы уже, наверное, могли видеть, в каждом из них есть новые интерактивные доски, которые помогают учителям гораздо лучше преподносить материал, а ученикам гораздо лучше материал усваивать. Это очень круто. А это новенькое здание школы в Новоселенгинске. На входе информационные киоски, благодаря которым дети могут узнать расписание занятий, историю родного края и даже что будут есть на обед в столовой. И это не единственное ноу-хау.
Как раз таки это оборудование помогает нам, позволяет нам, да, связаться со школой города Улан-Удэ, с несколькими школами города Улан-Удэ, да, где учитель физики в дистанционном формате может проводить одновременно урок сразу на несколько школ, включая и наших ребят. Подключившись к вузам, ученики могут получить дополнительное образование, например, по 3D-моделированию или программированию. У учителя есть обратная связь, все ответы детей он видит. Есть здесь и лингафонный кабинет, оборудованный по последнему слову техники, а также мобильные классы. В данном мобильном классе находится несколько ноутбуков, которые расположены и позволяют сразу развернуть ноутбук, запустить его и провести тестирование или же обучение. Также мобильные классы могут оснащаться еще и дополнительно наушниками и программным обеспечением для лингафонного кабинета. То есть это можно проводить занятия по приятскому языку, по иностранным языкам. В общей сложности на оснащение школ республики за последние 5 лет было выделено более 350 миллионов рублей. До 2024 года современным оборудованием укомплектуют еще 193 школы. Отсрочка от армии и льготная ипотека. Все эти бонусы для тех, кто знаком с миром IT-технологий. Изучать цифровые науки нужно не только в стенах школ. Спрос на программистов вырос. Последние 5 лет в Бурятии взяли курс на развитие профильных центров. То есть можно найти открытые готовые коды, посмотреть, как примерно разработана игра, и в дальнейшем уже самому можно разрабатывать. Пока мы отвлекали Диму, он потерял пару виртуальных жизней. А еще рассказал нам, что в Доме научных коллабораций выбрал для себя секцию программирования. Мечтает стать разработчиком. Вместе с ним здесь постигают науки еще 400 человек. В Доме научной коллаборации обучаются дети бесплатно по 3 основным направлениям. Это детский университет, малая академия и урок технологий. Дети здесь постигают основы не только робототехники, но и инженерного моделирования, электроники, схемотехники. Учатся в 2 смены. Принимают в ДНК тех, кому от 9 до 18 лет. Благодаря таким центрам школьники понимают, наука – это не скучно. А это уже Гусиноозерский IT-куб. Артем ходит в группу для продвинутых. Он создает прототип клешни. Конструкция, которая позволяет, не вставая с места, дотянуться до какого-либо предмета, захватить его и принести. В кубе через стенку изучают основы алгоритмики и логики. Задача – сделать из картинки анимацию. Над созданием такой Костя корпел 5 часов. Такая вот анимация. Меня интересует сфера программирования, да, вот алгоритмика – это как бы первая ступень программирования. Всего в IT-кубе 6 направлений. Дети разрабатывают приложения и программируют. У нас педагоги набраны специально с педагогическим образованием, с техническим образованием. В школах Бурятии открыто 137 точек роста, школьный кванториум, 2 научных дома коллаборации, 2 IT-куба. До конца 2024 года запланировано открытие 6 IT-кубов в Джидинском, Хоринском, Заиграевском, Закаменском, Мухашибирском и Кяхтинском районах и еще одного школьного кванториума. А в уже открытых кванториумах школьники могут получать дополнительное образование в области физики, химии, биологии и технологий. Дети могут вживую прикоснуться к физике альтернативной энергетики. И это их увлекает, это современно, это очень интересно. 42 тысячи человек посещают центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», которые уже есть в 137 школах республики. На эти цели было выделено более 193 миллионов рублей. Теперь уроки по предметам технология, ОБЖ, информатика проходят в новом формате. Такие центры планируют открыть еще в 192 школах до конца 2024 года. С каждым годом растет количество детей, получающих дополнительное образование не только в области IT и науки. Выбрать секцию по душе могут все больше школьников. По итогам 2020 года 78,4% детей посещали кружки и секции. По итогам 2021 года 80%. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2020-2021 годах создано 54 900 новых мест в системе дополнительного образования.
До конца 2024 года запланировано создание еще 65 749 мест. Положить на твердую поверхность и прямыми руками в район солнечного сплетения два пальца на диафрагму вставляются руки, давится вот этой частью, вторая рука сверху. И всем весом нажимается на грудную клетку. Этот манекен появился в городском центре туризма в прошлом году. Он реагирует не только на массаж сердца, но и на искусственное дыхание. К нам еще приехало новое оборудование. Это страховочная система. Вот они, карабины альпинистские и веревки. С ним приехали еще новые каски альпинистские. Очень удобные и хорошие. Предыдущие два года на оснащение секций и школ города направляли в рамках различных программ и нацпроектов по 50 миллионов рублей. В 2022-м сумма выросла вдвое. Образовательные учреждения получат сразу 100 миллионов. Деньги распределяют по итогам конкурса. Раньше у нас было оборудование, ну, его почти не было, немножко совсем. Из рук в руки переходило. Мы практически редко занимались. На сегодня в центре занимаются больше 1000 детей. Теперь они будут меньше времени проводить в классах, больше в полях. А это уже стеклозавод. Здесь осенью 2020-го открыли центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард». Раньше занимались в школе. Ну, приходили к нам военные. Мы отрабатывали все. А сейчас, скорее всего, мы будем ездить сюда. И будет немного попроще. Приезжают сюда на пятидневные сборы дети со всей республики. За одну смену центр может принять 60 человек. За год здесь обучают около 1500 юнармейцев. Школьники, которые проявили себя в науке, спорте и искусстве, могут бесплатно пройти обучение в региональном центре «Асториум». Там есть лаборатории экспериментальной физики, биотехнологии, 3D-моделирования, генетики и медицины. Здесь есть встроенный помощник, который при особом включении может говорить, когда повернуть, какую скорость нужно соблюдать. Напоминает о том, что нужно пристегнуть ремень. Эта специализированная мастерская появилась в техникуме строительства и городского хозяйства в прошлом году благодаря нацпроекту образования и грантовой поддержки. В качестве грантов средние профессиональные учебные заведения республики получили 152 миллиона рублей. Из дальневосточной субсидии 308 миллионов рублей. На эти деньги удалось открыть 39 специализированных центров компетенции и 31 мастерскую. Благодаря такому решению студенты имеют возможность оттачивать свое профессиональное мастерство на новейшем оборудовании и показывать результаты на чемпионатах World Skills. Этот симулятор очень хорошо передает все навыки вождения. Элементарный поворот руля соответствует реальности. Все. И этот тренажер очень сильно помогает нам ездить на настоящем. Потому что когда на настоящем ездишь, есть риск что-нибудь повредить. Когда отработали на симуляторах, пересаживаются на настоящую технику. Ее тоже обновили. Закупили оборудование в техникуме на 23 миллиона. У них 4 новых мастерских. Раньше, я вот хочу сказать, здесь был слесарный цех, где был старый двигатель МТЗ. Сейчас здесь современная мастерская, в которой уже дети сдают демонстрационный экзамен по компетенции фронтальных погрузчиков. Плюс ко всему выросла стипендия для детей-сирот, которые обучаются в СУЗах. Раньше они получали 13 тысяч рублей в год, теперь это 39 тысяч для молодых людей и 42 для девушек. Вчерашние школьники Бурятии, мечтающие о небе, получили возможность учиться, не выезжая за пределы республики. Благодаря сотрудничеству правительства с Министерством образования и науки России наш регион стал частью проекта «Крылья Ростеха». Обучение проходит на базе в СГУТУ, будущий работодатель «Авиазавод». И мы планируем по мере набора наших там кандидатов в групп проводить еще несколько экскурсий, чтобы ребята потрогали, пощупали, понимали, с чем они столкнутся, чтобы у них не было предрассудков по рабочим или там инженерным специальностям, чтобы они понимали, что сейчас инженер-конструктор – это не то, что перспективно и важно, это просто круто. Помимо престижной профессии, каждый студент может получить выплаты до 25 тысяч рублей в месяц. Нужно будет лишь хорошо учиться. Плюс стажировки за границей. Всего в программе «Крылья Ростеха» смогут поучаствовать 120 человек. В нашем регионе набирают 25. После окончания обучения выпускникам выдадут диплом Московского авиационного института.
Первые 10 выпускников Высшей школы бурятского языка в этом году получили свои дипломы. В нашей республике взяли курс на сохранение и развитие родной культуры. На базе БГУ открыли новый курс. Эти студенты получили образование по целевым программам и совсем скоро начнут работать в школах учителями бурятского, в том числе и Софья. Выбрала эту профессию, потому что у меня с детства любовь к бурятскому языку. И все эти проблемы, которые сейчас в данный момент у нас в республике, тоже очень откликаются у меня в сердце. Поэтому у нас такая миссия, у нашей всех группы – возрождение бурятского языка. Студенты ежемесячно получают стимулирующие выплаты в 3000 рублей за счет средств республиканского бюджета, а скоро сумму хотят увеличить до 4800 рублей. В декабре 2020 года утверждена новая государственная программа на ближайшие 10 лет по развитию и сохранению бурятского языка. На ее реализацию ежегодно выделяется 30 миллионов рублей. Бурятия – регион грамотных решений. Именно они позволили нам вновь построить надежную опору для будущих поколений. В 90-е рождаемость шла на убыль, от школы детсадов избавлялись за ненадобностью. Сейчас этот пробел удалось заполнить. Национальные проекты и особое внимание к образованию населения – путь к развитию и процветанию нашей республики.